В Казахстане появился еще один авиаперевозчик. Презентация компании «Казах Эйр» состоялась в столичном аэропорту. Она будет обслуживать в основном маршруты внутри страны. И, как обещают ее руководители, цены на билеты будут ниже, чем устанавливают воздушные перевозчики в настоящий момент. Иван Тулинов расскажет, чем еще будет отличаться компания от конкурентов. Самолет с символикой «Казах Эйр» только что прибыл из Алматы в Астану, без пассажиров. Компания пока работает в тестовом режиме. Самолеты проходят тестирование на земле и в небе, а пилоты обкатывают маршруты и делятся своими ощущениями. Это был очень волнующий полет, особенно если учитывать, что это был первый полет новой авиакомпании. Я думаю, что «Казах Эйр» ждет блестящее будущее. Все сотрудники компании высоко мотивированы и готовы работать. Первое время рейсы будут выполнять иностранные пилоты. Они поделятся опытом в управлении двухдвигательными турбовинтовыми самолетами «Бомбардье». Судно именно этой компании будут обслуживать рейсы «Казах Эйр». В первую очередь этот самолет отличается высокой крейсерской скоростью на 30% выше, чем обычные турбовинтовые самолеты. И по числу кресел у нас есть преимущество по сравнению с конкурентами. Это еще и очень надежный самолет. К тому же эти авиалайнеры дешевле по стоимости. И по словам руководителей, это преимущество позволит установить цены на авиабилеты ниже рыночных. Я хочу сказать, что это не бюджетная компания. Мы не собираемся субсидировать эту компанию. Она будет бороться за рынок в открытых условиях. Полноправным владельцем компании со 100% акций является холдинг «Самрук-Казына». Маршрутная сеть «Казах Эйр» будет состоять из 12 направлений внутри Казахстана, 8 из которых в стране никогда не было. Следуя теме «Соединяя людей Казахстана», мы создали наш логотип, который представляет территорию всей страны с 14 кругами. Они олицетворяют 14 регионов Казахстана. Оценить выгоду нового национального перевозчика станет возможным 12 июля. Тогда начнет работу официальный сайт компании и откроется продажа авиабилетов. Первый рейс «Казах Эйр» совершит 20 июля из Алматы в Павлодар. Иван Тулинов, Абылай Сейлбек, Астана, 24 KZ.